Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен не за самым хорошим делом, я буду работать уборщицей. Ну, такое, конечно, себе, если честно. Я решила, что стоит поработать уборщицей, давайте мы оденем вот такие прекрасные, такой прекрасный костюм. Вооружимся, конечно, работой, потому что все-таки мы будем работать уборщиками, и это важно. Мы берем и здесь нажимаем, так, у нас должно здесь быть, вот, мейд. Мы здесь горничные, вот такие вот уборщицы, которые сейчас будут ходить и убираться по домам. Мы сейчас берем всякие прибамбасы, которые нужны уборщице, это швабра и пылесос. В принципе, больше ничего уборщице не надо. Так как я уборщица, зарабатываю немного, ездить я буду на велосипеде, но мы можем поставить у него скорость, поэтому поставим хорошую скорость, и все, можно теперь отправляться по домам и вымывать кому-нибудь квартиру. Мы сейчас поднимаемся наверх, тут у нас очень много домов на сервере, вот смотрите, вот такой вот домик есть. Не знаю, здесь открыто или нет, ребят, посмотрите, тут закрыто, пока никого нет. Давайте поднимемся, вот тут еще какой-то дом стоит. Интересно, о, ничего себе. Так, давайте вот сюда, смотрите, вот этот дом тоже закрыт. Ребята, все дома закрыты, я не понимаю, почему так происходит. Смотрите, здесь, блин, я тут застряла, нифига, ребята. Так, все, вот тут можно мыть, отлично, заходим вот сюда. Все, ребята, убираем этот и начинаем мыть. Начинаем пылесосить всю лабораторию, убираемся, значит, вот здесь. Так, надеюсь, что меня не забанят, все-таки я, знаете, делаю доброе дело. Почему она за мной бегает? Не надо за мной бегать. Так, она не бегает за мной, отлично. Тут мы пропылесосили, теперь заходим вот в эту лабораторию. И здесь все пылесосим, надеюсь, никакие секретные тайны я там не увижу, чтобы мне потом плохо не было. Итак, забегаем вот сюда, пылесосим весь первый этаж, чтобы все было красивенько, чистенько. Все-таки, знаете, в лаборатории нужно поддерживать чистоту, нужно, чтобы всегда было чисто. Поэтому я вот сейчас пылесошу здесь. И дальше отправляемся в следующие вот такие вот залы. Итак, пылесосим все клетки, где, я не знаю, даже не хочу знать, что происходит, ребята. Но чисто должно... Ого, ребята, мне кто-то звонит. Это звонят по работе, ребята, меня вызывают. Срочно бежим на вызов. В принципе, тут мы уже прибрались. Берем, конечно, срочно велосипед. Отправляемся на вызов телефончика. Итак, где он звонит? Где звонит телефончик? Вот, смотрите, ребята, вон там звонит телефон. Поэтому мы сейчас отправляемся в тот дом и будем смотреть. Это, походу, из Эстейтспака дом. Ничего себе, ладно, давайте сейчас посмотрим, хотя может быть вот этот вот розовый. Мы сейчас добираемся вот сюда и будем, походу, там где-то убираться. Подъезжаем, это розовый телефончик или Estates Park дом. Походу Estates Park, ребята, офигеть. Дом Estates Park. Мы сейчас заезжаем сюда и будем... В смысле Брайс? В смысле это дом Брайса, ребята? Я не понимаю, не поняла, что надо. Офигеть. Итак, ладно, у него дом закрыт, давайте в звоночек позвоним. Итак, звоним за... В смысле? Почему я пришла к тебе убираться? Ты что, обалдел, что ли? Ты что, тут квартиру за топил. Нифига себе, ребята, тут уборки, блин. Тут целую бригаду надо вызывать, убираться. Что происходит? Тебя затопило? Ты вообще, а что ты меня вызвал? Ребята, я пришла, значит, чтобы побыть уборщицей здесь. А Брайс, походу, это все сейчас услышал. Нифига себе, тут грязище. Блин, что происходит? Капец, что тут вообще случилось? У Брайса, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что произошло в его доме. Во-первых, почему его дом розовый? Это тоже интересный вопрос такой. Ребята, ну все очень грязное. И, походу, Брайс хочет, чтобы я убирала его дом. Нифига себе, обалдел, блин. Только за деньги, значит. Если заплатит мне деньги, то тогда я согласна убираться. В принципе, второй этаж более-менее чистый. Давайте убирать, в общем, первый будем. О, смотрите, Брайс с деньгами. Все, смотрите, заплатил мне. Ладно, давайте погнали тогда первый этаж убирать. Убираем, тут просто огромное пространство, которое полностью затоплено. Нам нужен не пылесос, а швабра, потому что это все надо убирать, всю эту воду. Жесть, я только одну сторону убрала. Надеюсь, то, что эта вода сейчас прекратит уже литься, потому что у Брайса здесь какой-то потоп случился. И вон, вы понимаете, вы посмотрите, все прям с крыши льется. Здесь все затоплено. Блин, вся швабра уже, я не знаю, в воде. Я не знаю, как это просто нереально убрать. Здесь просто реально целый океан у Брайса вывалился. Ну ладно, он хотя бы, ребят, целый мешок денег мне заплатил. Ну конечно, извините. Убрать такой дом, убрать такую квартиру, это нужно постараться. Так, чё, почему свет выключен? Что происходит? Алло, что у тебя с домом происходит такое? Что у тебя там все разваливается? Брайс, ты что, вообще что ли? Я не понимаю, что у него тут происходит? У него дом уже весь развалился. Походу, и свет выключила, нифига себе. Что случилось, я не понимаю, почему везде темнота? Что происходит? Что, почему? Надо еще здесь, смотрите, какашки убирать всякие. Надо вот это мыть. Так, моем, ребята, моем вот здесь какашки. Убираем, убираем, все, смотрите, помыло. Капец, классно. Теперь вот здесь... Что, блин? Что убрать? Здесь какие-то за привидения?
наблюдения? Нифига себе! Что за жесть? Блин, что тут происходит? Так, убираем воду быстрее. Блин, надо сваливать из этого дома. Надо как можно скорее уже убраться и сваливать. Я не хочу убираться, быть уборщицей у Брайса. Хотя я уже уборщица у Брайса. Воду убираем, она не убирается. Блин, ну а как она может убраться, если тут, блин, вода льется? Я не знаю, ничего не уходит. Тут еще мусора куча. Блин, Брайс просто помоечник какой-то. Надо выбросить мусор, надо убрать этот мусор вообще. Надо все помыть. У нас, смотрите, у нас еще какая-то странная зеленая жидкость в туалете. Куда-то делся Брайс, света нет. Это какой-то ужас. Я говорю, что ты, где ты вообще? Что происходит? Смотрите, так, жидкость убрали. Какашки тут убрали, ребята. Осталось воду как-то убрать, я не знаю. Блин, тут уже просто что-то происходит. Я советую Брайсу выкинуть этот дом и переехать в какой-то новый. Потому что, ребята, тут какой-то это, что, какой-то дым фигачит. Тут вообще какая-то проблема, я могу сказать, если честно, ребята. Я даже не знаю, я тут помочь не могу все-таки. О, перестала, отлично. Итак, затопление убираем. Убираем сейчас. Блин, какие-то зомби там происходят. Что вообще случилось с этим домом? Я пытаюсь убрать воду, но... О, свет врубили, отлично. Я пытаюсь убрать воду, но ничего не получается, ребята. Давайте шваброчкой сейчас поднажмем, чтобы как-то приостановить. О, ребята, приостановили затопление, походу. Осталось вот здесь пятна воды вымыть, и все будет окей. Но они не вымываются, ладно. О, смотрите, ребята, все окей, все вымылось. Давайте проверим, как уборка прошла внизу. Смотрите, в принципе, ребята, очень хорошо. Давайте мы последний раз теперь пройдемся пылесосом, после того, как мы все помыли шваброй, предотвратили, все стало хорошо, мы сейчас быстренько помоем все вот здесь пылесосом, и все будет огонь. Проходимся по всему этажу, пылесосим, пылесосим, ребят, чтобы было чистенько у Брайса. Все-таки, ребята, он нам деньги заплатил, неважно, что он мой муж, как бы, тут немножко другое. Мы работаем, он заплатил нам деньги, поэтому убираемся дома. Блин, землетрясение. Тут еще и землетрясение у Брайса. Все, я считаю, что Брайс построил свой дом, опять свет вырубило, в каком-то очень-очень в плохом месте. И мне кажется, ему надо переезжать отсюда. Давайте уже допылесосим просто этот вонючий дом и отправимся из него нафиг, чтобы он нас это не трогал. И больше. Он нам заплатил, мы прибрались. В принципе, все нормально, ребят. Но тут землетрясение такое вообще нормальное, я могу сказать. У него тут еще, посмотрите, какие-то зомби, блин, какие-то куклы появляются. Короче, ребята, из этого дома или с электропроводкой у него. Господи, что это такое? Так, все, короче. Я, конечно, все понимаю, но спасибо большое. Было очень хорошо, приятно. О, так, выпустите меня из этого паршивого дома. Я уже просто хочу свалить отсюда и вообще никак не встревать, потому что это просто ужас какой-то. Прибрались, все получилось, ребята, мы все сделали. Убрались у Брайса, убрались в какой-то лаборатории. И мне кажется, то, что в принципе мой день уборщика прошел на ура. Напишите в комментариях, как вам мой день уборщика в Брукхейвен.